в новостях там пишут про коронавирус. И первое, сразу хочу сказать, чтобы вы не впадали в панику. То есть это, на мой взгляд, может быть, я не права, но на мой взгляд, это очередной инфоповод. Это кому-то очень надо, вот эту вот шумиху навести, так сказать, на этом заработать, какие-то политические вещи. Да, конечно, вирус существует, но вирусов на самом деле существует очень много, огромное количество вирусов, которые нас атакуют, да, каждый день. И вопрос, готовы ли мы с вами к этому? То есть готовы ли мы защитить себя? Готовы ли наши близкие защищаться? То есть вы все знаете, что ну, все надо всегда защищать. Защищать надо свой автомобиль, защищать свое жилище, защищать своих близких. И их клетки, мы поэтому, мне кажется, здесь многие находимся, потому что мы разобрались, да, в продукте, поняли, как он работает, и мы как люди как с факелом, да, идем в мир и рассказываем другим людям, которые не знают вообще ничего о СИБ-XP-комплексе, о ФУЛ-XP-комплексе. Они об этом не знают, и мы должны до них просто эту информацию доносить. Я еще хочу, у меня такой будет перекликаться тема, я буду говорить про вирус, да, как защищаться, сейчас все подробно расскажу, можете записать, там будет интересная информация. Но еще такой момент бизнесовый, знаете, вот я пока сейчас думала, что сказать, я поняла, что у нас только на семью уходит где-то 200-300 ПВ в месяц для того, чтобы обеспечить себя нашими продуктами. И да, мы сейчас находимся в ранге кристалла, мы идем дальше, я точно знаю, что мы достигнем больших высот в этом нашем прекрасном бизнесе. И хочу сказать, что мы пользуемся активно этим продуктом. И мы его продаем, и мы рассказываем о нем людям. Люди у нас спрашивают регулярно и в интернете, и уже и на улице, учитывая, что теперь у нас есть автомобиль от компании. И меня такая гордость распирает, но я хочу всем сказать, что сами начните использовать активно продукт. Если вы, не дай бог, кто-то здесь находящийся, не пользовались вообще какими-то продуктами или там экономите, покупаете, допустим, только экстру, не покупаете стоун, или не покупаете все, что из нашей продуктовой линейки, из косметической. Начните просто пользоваться и рассказывать об этом людям. Люди будут видеть ваши изменения, они однозначно будут, и тогда у вас будет и больше, соответственно, и продаж, и другие квалификации. Теперь про коронавирус. То есть это вирус, это не грипп, но лечение этого вируса довольно-таки схоже. И иммунитет на самом деле довольно-таки сложная штука, и бывает иммунитет специфический. Бывает неспецифический, и вот специфический иммунитет вырабатывается в течение жизни, когда мы сами переболели какими-то заболеваниями, если поставили какую-то прививку, и именно к этим вирусам у нас будет иммунитет, да, возможно, он будет пожизненный, возможно, нет, а неспецифический иммунитет, он заложен эволюцией, передается по наследству. Мы сейчас наблюдаем такую панику, которая заключается в том, что человечество просто не знакомо с новым типом вируса. И вот еще раз подчеркиваю, что это очередной инфоповод. Да, новый вирус, нет препарата, нет прививки. И паника из телевизора и из средств массовой информации, она есть. То есть, ну, нам... У нас есть сила специфических клеток, неспецифического иммунитета. Такой каламбурчик немножко.
То есть у нас есть клетки, макрофаги, фагоциты, которые нам помогают бороться с вирусом и не испытывать симптомов вируса. То есть вирус коронавируса, вирус, в смысле коронавирус, он высоко контагиозен, то есть он легко передается и быстро распространяется. Но на самом деле смертность от коронавируса, она низкая. Вот очень много, если посмотреть даже официальные сводки, очень много заболевших коронавирусом в Китае сейчас. Но смертность низкая, но при этом вот нам доносят, что ой-ой-ой, бойтесь, все, коронавирус, никуда не хотите, не ходите, ни с кем не общайтесь. На самом деле, если вы будете использовать профилактику, то вирус вам не страшен. Первое, что надо делать, действительно, надо постоянно мыть руки и говорить об этом своим детям и даже, может, каким-то людям на работе, что руки надо мыть постоянно. Можно дезинфицировать еще поверхности, там, ручки, которые много людей, за которые берутся, да. Старайтесь не касаться глаз, носа и рта, когда вы коммуницируете. То есть руками вы можете, если вы касаетесь лица, вы можете перенести вирус там с ручки в свой организм. То есть если вы чувствуете какое-то недомогание, ну, останьтесь вы дома, отложите дела. Не надо в больном состоянии передвигаться, да, и тем более встречаться с людьми. Если вы кашляете или чихаете, чихайте не в руку, а и не воздух, а вот так в локоть, да, Таня, точно. По возможности избегайте больных людей, если вы видите, что человек, ну, прям заболел, возможно, использовать маску, да, маска должна быть там, они по номерам, N95 и более, если вы куда-то идете в общественное место и думаете, вот тут у нас комментатор есть, Том, который просто мойте руки. Да, я об этом, спасибо вам, что вы пишете. Так сказать, следующего спикера он приглашает. Мы в культуре здесь находимся. Я вас прям благодарю за это. Вы на прошлом вебинаре выступили, и опять веселая бабулька ведет очередной вебинар. Спасибо вам. Продолжаем, да? Обязательно стирайте все постельное белье, столовые приборы, посуду, если вдруг были в гостях больные люди или кто-то переболел в семье, и используйте физические нагрузки на свежем воздухе желательно, я тоже все время об этом говорю, а не в спортзале, когда там находится много людей, и люди тоже и кашляют, и чихают, да, и выделяют токсины через пот. Поэтому лучше использовать какие-то прогулки в парке и так далее. Значит, что еще рекомендуется по приему? Ну, я все время говорю о витамине D, это D-гормон, который мощный иммуномодулятор, натуральный, да, который защищает наши клетки, защищает наш иммунитет. Если вы ни разу не сдавали анализ на витамин D, рекомендую его сдать и обязательно использовать дополнительный прием витамина D. Это жирорастворимый гормон, поэтому это должно быть в виде жира. И витамин D, он помогает избежать количества вирусных инфекций. Это очень важно. Мы живем с вами практически все в витаминной зиме. У нас очень мало солнца, мы не можем вырабатывать витамин D самостоятельно в таком количестве, в котором он необходим. Да, Влад, круто. Опять же, у кого-то из нас есть мутации в генах, и опять же мы не можем вырабатывать достаточное количество витамина D. Поэтому витамин D играет крайне важную роль в профилактике вирусных инфекций. Витамин С. Мы тоже находимся все в дефиците по витамину С.
Витамин С у нас в большом, огромном количестве содержится в бленде. Это диетарный витамин С, биодоступный, легко усвояемый, абсолютно безопасный, не синтетический. Поэтому вы усильте сейчас потребление бленда и сами, и для детей, и говорите своим там, партнерам, клиентам, потому что рекомендую пить его не 30 мл, как написано, а намного больше. Мы сейчас прям много используем бленд и пьем его прям из пакетов. И, в принципе, нам хватает буквально, наверное, на несколько дней одного пакета. Но при этом мы вообще не болеем. Уже третий год в семье никто не болеет вирусными инфекциями. Это большой показатель. Еще нужны микроэлементы. Микроэлементы – это цинк. Это важный микроэлемент, который играет огромную роль в поддержании здорового иммунитета. И можно добавить биодоступный цинк, заказать его можно. Но есть в аптеках, компания Солгар отличный цинк выпускает. Но есть еще, да, сайт со страшным названием запрещенный, и там есть тоже биодоступные формы пиколината цинка. Рекомендую, если вдруг заболеваете, прямо потреблять большое количество цинка. И микроэлементы есть в нашем стоуне, которые обладают очень множеством полезных свойств. Я на прошлой неделе читала продуктовый вебинар по детоксу. Знаете, я очень люблю экстру, это мой любимый продукт, и бленд тоже. К стоуну я вот как-то отношусь, ну, как-то вот, ну, еще есть какой-то продукт, да, можно его использовать. Но я готовилась когда к вебинару, я прямо разбиралась в его свойствах и поняла, что стоун – это тоже огненный продукт, который именно в период вирусных инфекций очень помогает. И если вы, не дай бог, пьете антибиотики, какие-то препараты, назначенные вам доктором, то обязательно в качестве детокса используйте стоун. По той схеме, по которой рекомендовано, 25 дней пьете, неделю перерыв. И у меня есть партнер в Онтарио, которая мне просто... Она редко заказывает, ну, доставка дорогая, она так закажет на раз в полгода продукта, там, 1030. И потом сидит там тихо, бизнесом не занимается. Но она мне прислала отзыв по стоуну. И сказала, что она с помощью стоуна решила очень много своих проблем со здоровьем. Поэтому я прям пересматриваю свое отношение и рекомендую вам тоже пересмотреть. Если кто стоуном не пользуется, однозначно тоже включайте его в программу. То есть составьте себе программу. Лично для себя, начните с себя. Программы работают очень хорошо. И когда клиенты ваши новые будут спрашивать о чем-то, вы не продавайте один продукт и не используйте сами один продукт, и не продавайте один продукт. Используйте программу, распишите ее сами, поизучайте личный кабинет, посмотрите видео, да, экспертов. И у вас будет и свой результат лучший. Вот кто-то писал, что нет результата у клиента. Или, да, вот можно в отзывах все поискать и составить программы для себя и для своих клиентов. Дальше, да, селен. Оля тут писала, спасибо, что селен тоже защищает. И мы живем, все, кто живет в России, все в селен дефицитной зоне находятся. Это связано, опять же, с... проблемами с, дефицит селена приводит к проблемам с работой щитовидной железы, а щитовидная железа тоже наше все, поэтому обязательно кормим ее селеном, и особенно в период вируса вы можете повышенную дозировку селена употреблять. Есть еще такой зеленый чай, он содержит такое вещество, как эпигалокатехинтригалат, это мощный антиоксидант. Его можно тоже дополнительно использовать. Вот. И мелатонин можно, особенно у кого все-таки проблемы со сном, особенно в пожилом возрасте, можно использовать мелатонин. Мелатонин также
повышает выработку антител и может антител, который защищает ваш организм от вирусов. И можно его использовать в темное время года, при плохом сне и у пожилых людей, которые плохо спят, можете тоже сказать там своим близким, что это необходимо. Вот. Я бы рекомендовала из продуктов еще использовать тео, потому что там много клетчатки, которая, опять же, обладает свойствами детокса. И вот сейчас период вот этих пугалок, то есть возьмите, что вы пьете бленд, вы используете экстру, вы используете стоун, а для кишечника можно использовать МСТ-масло и тео. И тогда результат будет стопроцентный. Никакой коронавирус вам не будет страшен, потому что, знаете, еще думала о том, что вот если кто-то тут на связи пишет, вот опасен хронический стресс или острый, как вы думаете? Можно даже микрофон включить, сказать. Какой стресс более опасный, хронический или острый? Я думаю, хронический. Да, правильно пишете, хронический. Хронический стресс, он выбивает вообще все системы из колеи. Опять же, это касается и если хроническая инфекция на нас воздействует какая-то, это намного опаснее, чем острый вирус. Острый вирус, если вы защитили себя, подготовились, да, то вам не страшно. Вот я понимаю, что приходят разные пациенты на прием. Я вообще не волнуюсь, что я чем-то заболею. Я как будто вот под куполом таежным нахожусь, да, под... и мне не страшно, там чихают, не чихают, в метро я поехала. То есть вчера у меня ребенок ходил в театр, он просто выпил перед театром, не знаю, наверное, 100 миллилитров бленда и пошел в театр, пришел весь счастливый. И еще, когда вы защитили себя, когда вы в ресурсе, у вас, опять же, еще когда у вас много продаж, у вас будет отличное настроение, и у вас будут вырабатываться гормоны счастья, у вас будет вырабатываться серотонин, дофамин, вы будете излучать эту энергию. Такие люди не болеют, понимаете? И не бойтесь, то есть, потому что мне пишут, и в директ там пишут, ой, коронавирус, вчера прислали опять разные пугалки, и партнеры, и просто друзья. Меня они вообще не трогают. То есть, если вы защитили свои клетки, то, значит, вы будете достойно этот период проживете и абсолютно безопасно для себя и для своих близких. Поэтому все, что вы сейчас услышали, рекомендую применять и самостоятельно, опять же, обязательно рассказывать своим близким, друзьям. В сторисах я вот выкладываю всякие тоже, и про коронавирус выкладываю. Знаете, сколько мне людей пишут? Я продаю через Инстаграм, ну, я сегодня вот с 5 утра открыла случайно глаза, посмотреть, который час. Увидела, что у меня в директ пришло 3 сообщения. Из Москвы, из Находки. Кстати, да, воинов, Валентин, привет. То есть люди вот за границы тоже написали, сейчас буду коммуницировать с этими людьми, отправляю деньги на карту, и я им отправляю сразу продукт, поэтому рассказывайте, люди не знают. Многие пишут мне, ой, наткнулась на ваш профиль, вы рассказываете про CBXP-комплекс, или вы рассказываете про полипринолы. А вы вот тут сторис выложили, что у вас ребенок пьет экстру и не болеет, а мы тоже хотим. И делитесь этой информацией, она бесценна. Что самое ценное для человека? Чтобы он был, ну, здоров, правильно? То есть здоровье наше все. Если ты будешь здоров, значит, ты сможешь и работать, и зарабатывать, и излучать, опять же, энергию. Поэтому не скупитесь на те знания, которые вы приобрели здесь, в компании. Сейчас не важно быть вообще доктор ты, не доктор, понимаете, эксперт ты какой-то в короне. Главное, что вы владеете знаниями. То есть вы прослушали и не просто записали, а пойдите кому-то, расскажите об этом.
позвоните, расскажите. Люди действительно запуганы, нас все время пугают какой-то ужасной информацией. Но все время нас вводят в этот хронический стресс. Ну, то есть защищайтесь сами, защищайте своих близких, будьте здоровы. И сегодня желаю всем бомбического закрытия месяца. Да, никогда не останавливайтесь на тех цифрах, которые сейчас у вас есть в личных кабинетах. Обязательно кому-то позвоните, расскажите. Наши продукты работают с вирусами. Расскажите про детокс. Продайте еще кому-то продукта и активируйте новых партнеров. Сейчас прекрасная акция, да, есть активироваться на стартап с помощью LCHF питания, до нашего LCHF марафона. Хочу сказать, что вот есть блогеры, которые практикуют LCHF питание, кето-питание, и они тоже пишут сейчас, вот можете зайти к ним в профили, почитать, они пишут, как кето-питание, допустим, способствует защите от вирусов, потому что углеводы, они способствуют нарушению работы кишечника, синдрому дырявого кишечника и так далее. А кишечник тоже наше все, поэтому убираем простые углеводы из своей жизни, добавляем полезных жиров, потому что из жиров, да, синтезируются все гормоны стероидные, наши строители, которые помогают нам жить. Ну и, в общем-то, вы будете абсолютно защищены со всех сторон. Ну, я, в принципе, наверное, все могу ответить на вопросы. Юра, спасибо. Сейчас. Юля, отлично. Я тебя благодарю за такой очень полезный спич. Я для себя поняла то, что я на правильном пути. LCHF, наши продукты, это реальная защита от вирусов. И моя семья и семья всех наших союзников защищена, плюс это